Как преобразились дворы и парки в селах республики. Объекты, отремонтированные в рамках программы формирования комфортной городской среды, проверили специалисты Минстроя Чувашии, Общероссийского народного фронта и съемочная группа нашего телеканала. Мы, конечно, очень рады, что там сделали все это, но недостаточно всего это. Надо куда-то пересмотреть, потому что нам будет по два раза заходить в подъезд. Жительница улицы Дружбы в селе Батарево встречает представителей Минстроя Республики, Общероссийского народного фронта и руководства сельского поселения с ведром. Она хочет наглядно продемонстрировать. После дождя вода у их подъезда стоит долго. Она никуда не уходит, она будет обратно ехать тут ходить. Данный двор отремонтировали по программе формирования комфортной городской среды. И, судя по всему, неправильно сделали уклон у площадок рядом с подъездами. Специалисты находят еще ряд недочетов. Не обустроен, получается, подход от проезжей части до тротуара. Есть грунтовый разрыв, который необходимо устранить и сделать его цельным. Подрядчик обещает все исправить, а глава поселения проконтролировать. В остальном жители довольны. Для детей скоро установят площадку, а еще они, наконец, смогут кататься на роликах прямо перед домом. Теперь покрытие позволяет. Тут на велике даже невозможно было кататься. Здесь были ямы и был очень большой риск, что можно упасть. В селе Комсомольское был парк культуры и отдыха. Этой осенью он станет парком воинской славы или аллеей героев. Над названием еще думают. Было очень много предложений. Из более 1000 названий мы выбрали самые часто популярные, часто повторяющие названия. Окончательное решение примут после завершения работ. Благоустраивать парк начали в мае. Теперь предстоит реализовать главную идею. Памятники представителям пограничного братства, морского братства, воинам-афганцам, воинам-чеченцам, они так разбросаны в настоящее время здесь, в селе Комсомольское. А если мы их переместим и создадим аллею героев, я думаю, очень будет это правильно. Также здесь появятся фонтан, скамейки для отдыха. Открытие запланировано на ноябрь. Несмотря на отдельные недочеты и нюансы, качество проектов и их реализация растет, отметил главный архитектор республики Александр Шевлягин. По срокам в этом году намного лучше по сравнению с прошлыми годами. Если в прошлые года у нас некоторые объекты уходили в зиму, и, соответственно, теряя их в качестве и во всех остальных, то в этом году у нас многие объекты уже завершены, несмотря на то, что пока еще даже лето. Что касается проектов на следующий год, их Минстрой ждут от районов до 1 ноября. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов. Республика.